В Кыргызстан прибыла вторая часть гуманитарного груза в виде ПЦР-тестов, аппаратов искусственной вентиляции легких и медицинских масок из Китая. Как сообщили в Минздраве, гумпомощь в ближайшие дни будет распределена между больницами, где лечатся заразившиеся коронавирусной инфекцией. Подробности у Калиды Шибаевой. ПЦР-тесты, аппарат искусственной вентиляции легких и медицинские маски. В Кыргызстан прибыла вторая часть гуманитарного груза из Китая. Помощь в очередной раз предоставили фонды Алибаба и Джека Ма. Вы знаете, что руководством нашей страны, республиканским штабом, поставлены задачи. Вот. В соответствии с этими задачами Министерство иностранных дел проводит необходимую работу по привлечению гуманитарной помощи нашей стране в это непростое время. Вот. Вчера, как я уже сказал, чартерным грузовым рейсом из Китая прибыла вторая часть гуманитарного груза. Значит, эта помощь, она в виде медицинских защитных средств, ПЦР-тестов и аппаратов искусственной вентиляции легких. Гумпомощь в ближайшие дни будет распределена между больницами, где лечатся заразившиеся коронавирусной инфекцией. Напомним, фондами Алибаба и Джека Ма уже была оказана гуманитарная помощь в виде защитных костюмов, защитных масок, бесконтактных термометров и других. Тогда общая сумма помощи составила 1 800 000 юаней или 20 миллионов сомов. Корпорация Алибаба. 20 160 единиц медицинских масок, 5 000 перчаток, 180 000 единиц одноразовых масок, 5 000 10 защитных костюмов, 100 единиц бесконтактных термометров. На сегодня все предоставленные медицинские принадлежности будут распределены по больницам, где лечатся инфицированные COVID-19. В этой партии гуманитарного груза 10 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких, 10 000 тест-систем для лабораторной диагностики, а также одноразовые маски и респираторы. Сейчас составляется план распределения, и мы прям с колес мы направим их в наши организации здравоохранения. Отметим, что фонд Джека Ма и фонд Алибаба оказали гуманитарную помощь Кыргызстану и еще 6 азиатским странам для борьбы с COVID-19. Медицинские средства первостепенной важности для борьбы с коронавирусом переданы Азербайджану, Бутану, Индии, Казахстану, Кыргызстану, Вьетнаму и Узбекистану. Вместе они получили 1 700 000 масок для лица, 165 000 тест-систем, а также защитную одежду и медицинское оборудование, такое как аппараты искусственной вентиляции легких и термометры. Алия Душбаева, Раскельдик Окульбеков, ЛТР, Бишкек.